Здравствуйте, все подписчики и моего канала, и те, кто пришел просто посмотреть, заглянуть, что нового у меня. Я хотела познакомить вас сегодня с природной маздевалией. Это маздевалия Пахиура. Я получила ее в этом году в конце весны, в начале лета, маленьким кустиком. Она и сейчас не очень большая. И вот, к моему удивлению, она расцвела. В общем, цветение у нее, конечно, я ожидала немножко другое, потому что заявлены на фотографиях более яркие цветки с оранжевым и с коричневыми такими крапинками. Даже не знаю, где вам показать, как лучше. Тут она, ну, в общем, довольно-таки желтенькая. Крапинки есть, конечно. Но не то, что на многих фотографиях в интернете. Единственное, я могу это списать на то, что растение это первый раз цветет. И недавно оно пришло, адаптация. Да. Но на фотографиях Энди Орхидс, у Энди я видела приблизительно вот такую же, так сказать, более блеклый экземпляр этого растения. Ну, немножко о самой маздевалии. Это миниатюрный гибрид, миниатюрный вид, который растет... в лесах Перу и Эквадора, как литофит и наземный вид на высоте 1000 до 3000 метров. То есть это содержание у него умеренно холодное содержание. Цветочки у него маленькие. Написано, должны быть до 2 сантиметров. Но они очень малюсенькие, я потом покажу приблизительно, где-то они у меня около сантиметра, наверное. Но зато на сайте не написано, что она пахнет. А цветочки пахнут, пусть не сильно, но у них очень приятный, сладкий, пряный аромат. Что бы я хотела еще сказать? В общем, ничего особенного, что... Просыхать она все равно должна, как любая маздевалия, но не да, как котле, чтобы совсем было сухо. Но просушка ей необходима, особенно когда ночи становятся прохладными. А так это легко зацветающая для меня, легко растущая маздевалия. Тут немножко я хочу показать пример цветков. Ее и маздевалия Игнея. Пожалуй, сегодня и все. Буду сейчас я покажу приблизительно, какие у нее цветки в размере с пальцем. Ну, то есть они совсем такие малепусенькие. Но очень интересные. Может быть, конечно, для любителей. Это неинтересные растения, неинтересные маздевалия. Но я думаю, для профессионалов ее стоит завести. Потом она цветет не одиночным цветком, как вы видите, а на цветоносах до 12 сантиметров с 4 до 9 цветами, которые раскрываются одновременно и с запахом. Ну, а тут вы видите мой лимон. Тут лимончики поменьше, а тут уже большие. Пару лимончиков начинает желтеть. Большое спасибо за просмотр. Всего хорошего. Главное, здоровья. В это, в общем-то, тяжелое время. И единственное, кто у нас... так сказать, скрашивает нам его, это наши цветочки. Ну и наши, конечно, животные. Потому что близкие тоже и болеют, и тоже, в общем-то, настроение у них не очень бывает хорошее.
Поэтому наши цветочки и наши животные нам помощь в это тяжелое, ну, по крайней мере, нелегкое время. Большое спасибо. Всем до свидания. Спасибо за просмотр.